В зале спортивной школы «Волга», что на нижней террасе, оживленно. Юные воспитанники пришли протестировать новое покрытие. На татами, которое только что постелили, отрабатывать боевые приемы куда удобнее. Ноги не скользят, да и падения со спаррингами теперь не страшны. Новые татами для детей, я думаю, это будет очень большое счастье. Очень много элементов у нас в спорте, которые мы не могли отрабатывать, так как у нас не было подходящих условий. Теперь с новыми татами, я думаю, мы покажем результаты намного больше, намного выше, сильнее. Представим Ульяновскую область уже в других ракурсах, на других выше соревнованиях. Рамазан не только тренирует ребят, но и сам выступает на международных спортивных состязаниях по всестилевому карате и кудо. Признается, прошлое покрытие пришло в негодность, заниматься было невозможно. Сейчас в школе тренируется более 200 ребятишек. Появление нового спортинвентаря стало возможным благодаря социальному проекту Российского союза боевых искусств «Спортивное единоборство в массы». Реализуется проект во всех регионах страны. Задача наша, как Российского союза боевых искусств, довести до всех регионов нашей страны ребятам в помощь для тренерского состава ковры. Вот, что мы сегодня сделали. Буквально неделю назад я был в Оренбурге, мы тоже вот клубу ребятам передали. Вот. Это хорошая акция, и она будет ежегодная. Проект «Спортивное единоборство в массы» входит в план реализации государственной программы развития физической культуры и спорта. Организаторы надеются, новый инвентарь поможет молодежи достичь большего в спорте. Анна Тищенко, новости Управды ТВ.